подруге моей матери снится ее другая умершая подруга. Ее это беспокоит. Что сделать, чтобы этого не происходило? Подруга матери? Подруге моей матери снится ее другая умершая подруга. Короче, женщине снится ее умершая подруга, и ее это очень беспокоит. И она не знает, что делать. Как вообще сделать так, чтобы она и не снилась? Ну, тут надо разобраться. Может быть, там есть какая-то эмоциональная связь. Может быть, какой-то нерешенный вопрос, конфликт. Невысказанный какой-то диалог. Иногда помогает написать письмо человеку, если бы ты с ним поговорил. И сжечь его потом. Надо вычерпать. Очень часто, допустим, когда человек хоронит, и мы же люди, живущие на земле, у нас же есть связи. Помимо, вот мы общаемся, да, у нас есть душевная связь. Люди могут думать друг про друга, злиться друг на друга. Там, человек, особенно когда умирает, ему уже автоматом все прощается. И как-то уже нельзя обижаться, да, на человека, которого нет. Или наоборот, себя человек, может быть, чувствует за что-то виноватым. И поэтому лучше всего развязать эмоциональную связь. Скорее всего, там что-то, да, завязано на эмоциях. Но если не помогает, то ну, вообще, конечно, об этом можно, нужно молиться. Вообще-то нехорошо. Но в основном это эмоция. Что-то притягивает. Человека этого нет уже, естественно. Это же он в воспоминаниях и в эмоциях приходит. Поэтому снится. И дьявол это может очень мощно использовать. Особенно если этому начать придавать какую-то духовную там или там духовную со знаком минус какую-то форму, то вообще это может превратиться прям в бесовщину. Я вот, допустим, знаю историю, когда девушка настолько была сильно привязана к молодому человеку, там даже такая была ненормальная связь, эмоциональная, больная, созависимость. Он наркоманила, она его всю жизнь спасала, и лучшие годы своей жизни посвятила этому, чтобы его спасать. Ну и вот он все-таки умер от наркотиков. И она в течение длительного времени, даже вот, ну даже не меньше 5 лет, она каждый день с ним разговаривала во сне, а потом он начал даже к ней приходить, ну там чуть ли не визуализация у него уже пошла. Вот настолько дьявол любит это использовать, неразвязанные душевные связи. Ей бы отпустить это, да, ну, отпустить его. Но она настолько к нему привязалась, что даже после смерти не готова была его отпустить. Да, вот такие вот вещи происходят. Поэтому там душевная какая-то связь. И на это приходит потом много чего нехорошего. Вот. Надо разбираться.